появляется оператор. Пропуск наверняка есть у Кальвина. Вы найдете его или его останки по списку персонала. Доктор Торстейн? Где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это не важно. Хватайте, что можете, и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее, встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипс-пушку. Thank you.
Лаборатория повреждена. Полный вакуум. Внешний шлюз в механическом цехе поможет вам до него добраться. Сначала поставьте двигательную установку на свой костюм. Thank you.
кажется, это директор лаборатории. Хм. Похоже, он презирал вас. Какая досада.
знаете дорогу. Дорогу. Пониженная гравитация.
Это доктор Кальвино. Что такое? Я болен. Сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет, нет, конечно. Я помню. Просто сейчас это не важно. Это не важно? Поговорим об этом завтра. Вы нашли его. Неудивительно. Молодец.